Японские боевые искусства – это целый комплекс дисциплин, которые главным образом направлены на моральное и психофизическое самосовершенствование личности. Иными словами, на сегодняшний день они используются с целью физического воспитания и закалки характера молодого поколения, а также своеобразной терапии духа и тела. Самураи создали эти боевые искусства в процессе долгих войн, происходивших в Японии. Но это не просто выполнение каких-либо техник. Это японская культура, обычаи и традиции. Чтобы лучше понимать эту философию, я рекомендую ознакомиться с одним из направлений японских боевых искусств, созданным моим учителем Сёдзи Нисио. В программе изучения Нисио Будо входит также раздел и айдо – искусство владения боевым самурайским мечом – катаной. У нас в Японии говорят, что только меч может показать ваш характер. На сегодняшний день японские боевые искусства являются одним из самых эффективных способов познать себя, научиться владеть своим телом и отвлечься от повседневных тягот жизни в наше непростое время. Одним из самых красивых и полезных видов такого японского боевого искусства является Нисио Будо. Уже более 10 лет я нахожусь на Украине и преподаю Нисио Будо. В этом направлении боевых искусств Японии очень важным аспектом является владение мечом. Очень жаль, что сейчас очень мало внимания уделяет мечу в изучении боевых искусств. Повышенная концентрация и полная самоотдача являются неотъемлемыми характеристиками каждого, стремящегося постичь науку Нисио Будо и Иайдо. Ничто другое, так как меч не даст вам представления о правильных движениях и положении вашего тела. Это искусство научит внутренней концентрации, душевному равновесию и умению совершать правильные поступки. Как ни странно это звучит, но искусство владения катаной учит людей быть добрее и внимательнее друг к другу. Если бы все использовали эти принципы в повседневной жизни, то жить стало бы намного проще. Это и является главным принципом Нисио Будо. В современных условиях владение мечом потеряло свое прикладное значение, но являясь одним из образующих элементов Нисио Будо, оно требует от учеников кропотливого оттачивания техники, развития силы и выносливости, выработки терпения и феноменальной координации движений. Всего этого можно достичь в результате постоянных тренировок. Да, конечно, на улице пользоваться такой техникой владения мечом нереально. Это незаконно, очень опасно и запрещено во всем мире. Но здесь, в зале, использование катаны позволяет научить людей взаимному уважению и пониманию многих вещей, как не травмировать других, контролировать свои эмоции и избежать опасных ситуаций. Кроме нашей страны, Такаши Куроки-сенсей проводит различные семинары в ряде европейских стран, России и Казахстане. Сегодня в Одессе на базе Одесской областной федерации кендо и будо в зале клуба «Самурай» сенсей проводит всеукраинский семинар для инструкторов, работающих в системе Нисио Будо. Все эти люди – это мои ученики, которые изучают Нисио Будо под моим руководством. Все они являются инструкторами, которые преподают в разных городах Украины. А сегодня я провожу для них методический семинар. На сегодняшнем мастер-классе я уделю внимание каждому, чтобы дать правильную информацию и исправить ошибки, а также уделю внимание методике преподавания стиля. На сегодняшний день стиль Нисио Будо под руководством Такаши Куроки Сенсей изучают многочисленные ученики как в Европе, Польше, Чехии, Венгрии, Швейцарии, Германии, Голландии, так и в России и Казахстане. В ближайшие планы Куроки Сенсей входит открытие новых школ в Европе и Азии. Так, в следующем месяце старший ученик Сенсей Юрий Яценко отправится в Индию проводить ознакомительный семинар. Другие ученики также помогают Сенсею в продвижении искусства Нисио Будо среди европейцев. Мы создаем сейчас не только взрослые, но и детские группы. Мы не хотим, чтобы дети употребляли наркотики или проводили свой досуг за другими сомнительными занятиями. Мы хотим привить им правильные ценности уважения друг к другу. Также в наших планах тесное сотрудничество и содействие в открытии и организации занятий для детей с ограниченными физическими возможностями. Познать себя и непрерывно совершенствовать.